Здравствуйте, подписчики, здравствуйте, зрители, с вами я, Кирилл, и это уже мой 19-й видеоурок о том, как записать на флешку образ любой версии Windows. Значит, диски в последнее время уже устаревают, и лишний раз идти в магазин и покупать диск с Windows, как бы и по времени затратно, и по деньгам. Поэтому у каждого из вас имеется флешка, которую вы можете использовать для установки Windows, причем любой версии. Что же нам для этого нужно? Нам для этого нужна, разумеется, сама флешка. Если вы хотите установить XP, Vista, 7, то в принципе вам 4 гигабайта памяти будет достаточно на флешке. Если же вы хотите установить 10 либо 8, то лучше иметь желательно 8 гигабайт. Желательно. Еще раз повторяю, нам нужна флешка. Образ Windows, который вы скачали с интернета, он должен быть обязательно в формате ISO. Проверяйте, когда будете скачивать или если уже скачали. И нам понадобится также программка Ultra ISO, которую вы сейчас видите на своих экранах. Значит, что мы делаем? Мы ее запускаем. А, да, ссылку на нее вы найдете в описании под этим видео. Переходите на мой Яндекс.Диск и скачивайте. Запускаем ее. Нажимаем пробный период. Так, теперь у нас открывается интерфейс этой программы. Мы тут как бы особо не приглядываемся. Просто повторяйте за мной все мои действия. Итак, нажимаем файл. Открыть. Здесь выбираем, находим папку, в которую вы скачали образ Windows. И нажимаем. Еще раз повторяюсь, он должен быть в формате ISO, как вот здесь. Мы его открываем. У нас появляются файлы. Файлы, которые будут использоваться у нас во время установки Windows. Вот. Что же мы с вами делаем дальше? Мы нажимаем на вкладку «Самозагрузка», «Записать образ жесткого диска». У нас появляется такое вот подокошечко, где, собственно, и будет происходить у нас запись образа Windows. Итак, если у вас флешка чем-то занята, то ее обязательно нужно отформатировать. Если она пустая, то сразу можете записывать. Как же отформатировать? Мы выбираем флешку. Вот. Проверяйте, чтобы название здесь совпадало с названием вашей флешки. Потому что в компьютер у вас может быть вставлено более одной флешки. Это вряд ли, но все может быть. И вы случайно можете записать или отформатировать не ту флешку. И потом на меня будете гнать телегу. Поэтому заранее вас всех предупреждаю. Вот, выбираем. Тут все оставляем как есть. Выбираем вашу флешку и нажимаем «Форматировать». Я тоже на примере своей флешки покажу наглядно, как это все сделать. Чтобы вам было нагляднее все видно. Нажимаем «Форматировать». Тут все оставляем как есть. Ничего не трогаем. Нажимаем «Начать». Форматирование уничтожит все данные на вашей флешке. Это да, это само собой. Вы должны это знать, я вас предупреждал. Нажимаем «Ок». И ждем. Эта процедура занимает, ну, немного времени. Все, форматирование завершено, и у вас теперь чистая флешка, как, собственно, и у меня. Можете в этом убедиться. Вот она, чистая флешка на 16 гигабайт. Все, мы с вами отформатировали флешку, теперь нам нужно на нее записать образ Windows. Что же мы делаем? Мы нажимаем просто на вкладку «Записать». Все, нажимаем, и у нас идет запись. Внимание! Вся информация на диске будет стерта. Да, да. В принципе, наверное, даже можно было не форматировать флешку, сразу начинать запись, по-любому бы всю информацию стерли и записали образ. Ну, мы так, наглядно я вам показал, на всякий случай. Все равно вам это пригодится. Итак, все, нажимаем «Продолжить». И, собственно, ждем. Сколько же будет записываться у вас образ винды, это зависит, разумеется, от веса вашего образа, ведь если у вас будет XP-шка там какая-нибудь, то, в принципе, наверное, она быстро запишется. Если же десятка, то, конечно же, подольше.
Плюс зависит все еще от скорости чтения вашей флешки. Вот. Ну, в принципе, не знаю, в худшем, наверное, случае эта запись займет минут 10, наверное, я так думаю. Я давно записывал образ, я уже не помню, сколько это заняло у меня, но, в принципе, недолго. Вот. Я сейчас завершу запись и уже продолжу непосредственно, когда образ Windows запишется. Итак, как мы видим, осталось 7 секунд до конца и прошло 17 минут. Ну вот, у меня 17 минут, у вас может быть больше либо меньше. Это, честно, я не могу вам это сказать конкретно, сколько у каждого там займет времени на запись образа Windows. Итак, все, у нас все готово. Чтобы проверить, записался ли наш Windows на флешку, мы просто заходим в мой компьютер и смотрим. У нас флешка должна быть в формате FAT32. Вот, написано CD-ROM и стоять иконка загрузочного диска. Такая вот. Мы сюда заходим, у нас тут файлы. И сетап и остальные загрузочные файлы. Мы сразу сетап не запускаем. Мы сначала должны с вами перезагрузить компьютер, уже там нажать на Dell, либо F12, перейти в BIOS, и там в Boot Device Priority выбрать вашу флешку, поставить ее на первое место, чтобы система загрузила именно с нее данные и пошел уже процесс установки. То есть не вашу систему, которая у вас сейчас Windows стоит, а именно эту флешку. Потом с нее пойдет уже установка, вы выбираете, соглашаетесь со всеми условиями, выбираете диск, на который вы хотите установить вот Windows, предварительно стерев данные, ну, очистив его, чтобы уже чистую Windows, чистую, как попка младенца, поставить, собственно, на диск. И все. Там следуйте инструкциям установки, и все, Windows у вас будет, собственно, готово. Но это я показывать не буду, потому что, ну, мне придется перезагружать компьютер, запись прервется и все прочее. Итак, все, ребята, все, я показал вам, как записать образ Windows, образ любой Windows на флешку через программу Ultra ISO. Надеюсь, вам это видео понравилось, надеюсь, я вам помог. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, кому что непонятно, либо ставьте дизлайки, если вам это не помогло и если вам это видео не понравилось. Ну что же, с вами был я, Кирилл. Увидимся с вами в следующих моих видеоуроках. Всем вам, ребята, удачи, здоровья и пока!